Правительством республики утвержден список автомобильных дорог и дворовых территорий, которые будут отремонтированы на следующий год. Финансирование ремонтных работ из средств республиканского бюджета. Так, ремонту подлежат более 400 тысяч квадратных метров покрытия автомобильных дорог общего пользования и свыше 90 тысяч квадратных метров территории дворов многоквартирных домов. На эти цели из различных источников финансирования будет направлено почти 500 миллионов рублей. В рамках проводимых ремонтных работ в Йошкар-Оле и районах республики запланировано обустройство светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и устройство пешеходных переходов. В частности, в столице МРЛ будут восстанавливать основные дорожные артерии. По предварительным планам изменения коснутся улиц Пушкина, строителей Карла Липкнехта, Прохорова, Васильева, Крастаня, машиностроителей Эшпая, героев Сталинградской битвы, Вознесенская, Осипенко и бульвара Гоголя. Напомню, по поручению председателя правительства Республики МРЛ Леонида Маркелова, дополнительно будут выделены средства в размере 50 миллионов рублей на обустройство дворовых территорий столицы. Не менее серьезная программа ремонта автомобильных дорог и дворовых территорий запланирована в других городах и населенных пунктах региона.